Миссия молодежного парламента всегда многозадачна. В первую очередь это привлечение ребят к формированию собственной повестки развития муниципалитета и подготовка кадрового резерва для вышестоящих советов депутатов и органов местного самоуправления. В активе нынешнего созыва молодежного парламента разработка и реализация проектов и мероприятий самого разного уровня, от локального до окружного. Сквер в Жаворонковском поселении, проведение субботников и краеведческих конкурсов, праздников для детей с особенностями развития. Основное внимание – школьной среде. Мы разрабатываем систему школьного ученического самоуправления. Мы проводим парламентские уроки, занятия по профориентации, организовываем круглые столы, дискуссионные клубы по актуальным для молодежи темам, осуществляем социальный лифт для молодежи, начиная со школьной скамьи, проводим тестирование на знание истории родного края и Великой Отечественной войны. Одна из наиболее ярких инициатив – проведение ежегодного фотоконкурса «Одинцова. Лови момент». В прошлом году участие в нем приняло более 100 человек, а число онлайн-голосовавших превысило 1500. В рамках областной акции «Весенняя неделя добра» оказывалась поддержка ветеранам, нуждавшимся в адресной помощи. Совместно с Одинцовским центром занятости была проведена ярмарка вакансий. Известно, что вопрос поиска подходящей работы для молодых людей особенно актуален. Еще одна важная сфера деятельности – развитие массового спорта. Посредством спорта мы стараемся взаимодействовать с местными предпринимателями, общественными организациями, органами государственной власти и органов местного самоуправления. Два раза в год мы проводим соревнования по мини-футболу, где участники соревнований получают памятные призы, грамоты и кубки. А также участники соревнований могут общаться между собой в неформальной обстановке. Часть важных проектов невозможно окончить за один созыв. Их предстоит реализовывать и завершать уже обновленному составу молодежного парламента округа. У нас есть еще достаточно много перспективных планов и идей на будущее. В частности, в ближайшее время будет реализован интересный проект «Буккроссинг». Пока в пилотном варианте у библиотеки Одинцовской библиотеки номер один, а затем и в других муниципалитетах, например, в Кубинке и в Звенигороде. 31 июля пройдут выборы, по результатам которых будет сформирован обновленный состав молодежного парламента Одинцовского городского округа. Насколько работоспособным станет новый созыв, покажет время. В любом случае, ребятам предстоит подключиться к решению стоящих перед округом задач и внести свой вклад в формирование молодежной повестки муниципалитета. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».